Всем привет, с вами Артём, канал Дубстейлс. Вторая часть комикса с Новым годом, моя леди. Будет и третья, так что лучше подпишись на канал и нажми на колокольчик, а не то все пропустишь. Поехали! Папа, мама, это же щенок! Да, сын. Счастливого Рождества, малыш! Почему? Если я супергерой, если я всех спасаю и постоянно всем помогаю, тогда почему? Почему я должен страдать? Почему я должен быть в одиночестве? Черт! Ну почему? Ненавижу свою жизнь! Акума здесь? Это просто бабочка. Что за ерунда мне лезет в голову? Лучше сейчас успокоиться, а то и правда нарвусь на Акуму. Давай быстрее, глупый котик. Моя леди, она всегда со мной. Она хотела бы увидеть меня, правда? Конечно, правда. Леди Баг! Мало шансов так ее найти. Моя леди! Но ведь всякое может случиться. Мне правда нужно... Леди Баг! Где ты? Я хочу быть с ней. Пожалуйста. Хорошая работа, котик. Пожалуйста, моя леди. Почему? Давай быстрее. Ты нужен мне. А в этот раз ты мне. Ты нужна мне! Ставьте лайк, если хотите увидеть продолжение, и давайте наберем не меньше, чем на прошлой части, и оно выйдет завтра. А прочитать его можно уже сейчас на Леди-блоге, ссылка в описании. А еще там новая страница рождения Вальпины. Спасибо, что смотрите. До встречи.